Ведущие мероприятия провозгласили смотр строя и песни, посвященные 78-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне, объявляется открытым, и участники конкурса стройными рядами прошли по импровизированному плацу. Строевым шагом! Марш! Финал окружного конкурса вышло 13 команд. В каждой из них лучшие из лучших. Ученики с высокой успеваемостью, участвующие в общественной жизни своей школы. Истинные патриоты Родины. Многие состоят в движении юнормейцев. Это действительно наследие предков, которое в них передано. Да? То есть то, что в них заложили, и то, что они воспитываются в правильной традиции. Да, они понимают, что такое воинская слава, что к чему надо стремиться, что в будущем это пригодится, и моменты дисциплины. Ведь мы же сейчас не говорим о том, что, условно говоря, они будут там в будущем маршировать на плацу. Они могут и не делать этого. Но как навык и как развитие определенных способностей, да, в том числе и когнитивных, и образование нейронных связей, это здорово. Все по-взрослому. Ученики напряжены. Это последний шанс проявить себя. Первое выступление – приветствие команды. Второй проход – исполнение песни. Председатель жюри, руководитель боевого братства Ленинского городского округа Владимир Писаченко отмечает. Видно, что все ребята стараются. В канун предстоящего праздника 9 Победа хотелось бы поздравить всех с великим праздником, пожелать всем здоровья, удачи, успехов, ученикам успехов в учебе. Всем остальным мирного неба под головой, а военным скорейшее завершение специальной военной операции с победой. Поздравляю всех. Оценивать выступления команд – дело непростое. На жюри ложится большая ответственность. Баллы ставятся по нескольким критериям. Единая форма, выполнение команд, прохождение строем и прохождение строем с исполнением военной песни. Конкретно вы на что больше обращали внимание? Я больше обращал внимание на единообразие формы, на прохождение строевым шагом и на песню. Большое впечатление на жюри и зрителей произвела команда из школы номер 9 и ее совсем юный командир Иван Толстых. У нас был смотр строя и песни в школе, на школьном уровне. Там я отличился и теперь я командир. Коллектив отличный, они все понимают, они слаженно работают друг за другом, поэтому все хорошо. Но в этот раз удача улыбнулась другой команде. Победителями стали ребята из Видновской школы номер 11. Поздравляем! Желаем всего самого хорошего! Я чувствую просто шок. Мы с командой тоже все в шоке. Готовились мы недолго, потому что узнали тоже незадолго до этого. Буквально у нас сегодня немножко поменялся состав, но я очень удивлена, что мы выступили отлично. Я даже очень горжусь своим отрядом. Я рада, что мы заняли первое место. Я даже слез держать не могу. Ура! Юлия Погосян, Александр Логинов, Гульнара Балаева. Видное ТВ.